Аньон. В последнее время в мире кей-попа происходит очень много плохих событий, но я советую вам отвлечься сейчас от всех этих горестей, печалистей, от всего этого негатива, потому что сегодня, угадайте что, вышел клип, угадайте кого, легендарной группы Epic. Честно говоря, я мало слушала Epic High, но я искренний фанат передачи Супер Папочки. Я искренний фанат Табло и Хару. Открыв превью этого клипа, я уже вижу 19+. Песня посвящена хейтерам. Я очень уже хочу посмотреть этот клип, потому что я прочитала список тех, кто будет участвовать в этом клипе и вообще кто участвовал в создании нового альбома Epic High. И это просто вся YG Family приложила свою Gangsta Swag лапку к новому альбому Epic High, но тем не менее я уже так хочу его посмотреть. Если открыть клип, то сразу видно дверцу туалета, я так понимаю. B.I. Мино Бобби. Черт возьми! Это должна быть лучшая песня просто. Поехали. Нажимай. Та-дам! Вау! Какой классный музыкальный туалет. I'm a born hater. Valley member, кто-нибудь там? Беретик! Тараканы! Могу предположить, может он хейтеров сравнивает с тараканами и вонючим туалетом. О, вот это мне нравится комната! Туалетик! Цвета такие очень Токио стайл. Ого! Реклама Nike такая неподпальная. Блин, каким надо быть крутым, чтобы выглядеть не убого на унитазе? Блин, как круто! Fuck you! Даже не понимаю, почему там 19+, вообще ни разу. Из-за таркана? О боже! Где Мино? Я хочу видеть Мино. Блин, мне так нравится концепт, как это все сделано. Биай, милаш. Максим. Парнушка. Говорят, корейцы скромные, но нифига. Биай! О, большая бутылка, я сразу вспоминала Биг Бен. Петь в швабру, ну конечно, да. YG знает. Что такое свэк, это швабра. Пицца и унитаз, удобно. Все под рукой. Отврат какой-то. Так что не упал. Я не знаю, как вам, но мне пока дико прет, я не знаю. И клип, и песня. Мигание, да? Блин, я всегда мечтала сделать так.
О боже, 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 боже! Нино! Разбил мне экран! Что он делал? Почему он грыз пакет? Он обрисовал все! Боже, 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 боже! Блин, я вообще, я так рада, что он победил в Show Me The Money, доказал всем, на что это вы способны. Денежки, Illegal Style. Мне нравится такой надет. Кстати, я только сейчас поняла, что я еще не пел толком. Ведь я тоже буду петь так со шваброй. Синеечка. Я только что зависла, я только что думала о том, что... Ну это как бы эпик хай, да? Ну что-то тут... Семейки, в общем, больше, чем семейки эпик хай. Ну и ладно. Мне это устраивает. Да, 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 воды больше, водички больше мне. Мне так жарко. Жаль, что эта вода на меня не попадает. Epic High is back! Fuck yeah! Bitch! Epic High. Oh my god. Oh my god. Боже мой. Так. Собраться с мыслями. Это было легендарно, да? Да. В общем, я хочу сказать, что мне понравился концепт. Локация, где это было. Маленький такой узкий кадр. И все, то есть все внимание вот четко на серединку, все, что происходит в середине этого кадра. И то, что происходило в середине этого кадра, это же просто вау! Этот клип. Я думаю, малышке Хару еще нельзя его смотреть. Этот клип точно не для Хару. Я думаю, еще лет так 15 ей надо подождать, прежде чем она увидит этот клип. Я не Хару, и я его посмотрела, и вы посмотрели его вместе со мной. Я надеюсь, что он вам так же понравился, как и мне. У меня очень много эмоций, и я, к сожалению, не могу сказать вам что-то еще по поводу этого клипа, потому что бурлит, все бурлит, и я не могу четко... не могу вообще соображать ничего. У меня одни эмоции. Ставьте пальцы вверх. Давайте не зацикливаться на плохом, том, что происходит. Плохое происходит всегда, и... Черт возьми, если на него акцентировать внимание, то можно вообще сойти с ума. Давайте сходить с ума от таких крутых вещей, как новый клип Epic High вместе с такими потрясающими чувачками из YG. Это просто скрасило все радугой волшебной, все мои недовольства. Я теперь счастливый ребенок, счастливый кей-поп-кит, и поэтому я надеюсь, что вам понравилась моя реакция. Мне кажется, что эту реакцию я так и назову реакция, потому что она реально неадекватная была, я знаю. Даже если кто-то из вас будет писать мне какие-то гадости, даже если вы хейтер, вы можете хейтериться сколько хотите, можете что угодно делать, мне все равно. Я здесь делюсь своими мыслями с теми, кто меня понимает. Все, спасибо, комментируйте, лайкайте, подписывайтесь. Мир действительно вращается не только вокруг проблем, но... и радуги, и намного больше, просто нужно видеть эту радугу. Даже если сейчас происходит какой-то ад, все равно потом будет хорошо, потому что радуга всегда бывает после чего? После дождя. Пока, радужные мои.